Благодарю. Чакры обновились. Почему Елисей стал фанатом Малевича? В смысле, что такое? Видите, ребят, Рикардо не Если это хотят. лучше в Дискорде замутиться, потому что если кто-то анмутится, ну типа я тут обсуждаю обычно игры. А, понял, просто мне по кнопке, ну ладно. Это я на всякий случай. Ой, блядь, что там? Блять. Что рано или поздно вы можете увидеть мои скиллы. А с чего вы взяли, что я не ассоциируюсь себя с... Что я причисляю себя только к одному гендеру? Вы что, ребят? Лол. Лол. Я там про соски скинул отдельно, жирное состояние видел. Продублируй, пожалуйста. Ну, в смысле, выведут в девятки. Эго, тебя слышно. Замуйся, пожалуйста. Доброе утро, город. Смотрите, вот у меня есть такая вот интересная и занимательная история этих выходных. Вот у меня просто прошли так выходные. Вот Свят, очень... у тебя стрим упал, Свят, я гощу. Я гощу, у тебя стрим упал. Ага, ладно, там. Очень эффективно, очень интересно. Знаете, так от мафии я испытал на самом деле такие крутые эмоции. Я с пятницы на субботу играл в очень, ну, очень много мафии. В субботу ездил на Кубок Чехова, когда там этот РФ прям орал вообще, там РФа видели? Прям вот вообще разрывал весь то. Вот настолько вот он, мне кажется, с одной стороны невоспитанный человек, а с другой стороны он настолько мужественно вот преподносит свой характер в стол, что прям орал вот как бешеный. А я хочу... От игрока номер 2 и 3 услышай, как вы провели я свои выходные, поделитесь, контента, интересно. Ботяк. Привет, чатик. Суббота играл мафию. Как у тебя ник на этом, на Твиче? Вот, потом ночью в субботу я посмотрел аниме. Специально для тебя подрубил. Пересмотрел, короче, убийцу Акамы за одну ночь. Вот, 24 серии. Вчера с Римом в 3 или в 4 утра мы пошли играть свою игру в свояк, мы поиграли до 6. Потом я попытался уснуть. Я, короче, уснул. Вот, а потом я уснул где-то в 6 утра, просыпаюсь в 8 или в 9 утра, а у меня, короче, слюни с рота потекли. Понял? Я, короче, пошел в душ, покупался, не понял, я думал, мне как-то хуёво, у меня была температура, а мне на 2 часа на работу ехать. Вот, вроде температуры не было потом, я поспал до 11, проснулся в 11, начал смотреть новое аниме, вот, поехал на работу, после работы поехал, встретился с Викой, потом приехал. Все. Но выходные заебись. Якста красный, я буду играть свои да, цвета. Да, Хармак, Стас, заебись. Ну вот, Санчес, кто второй игрок? А, теперь? Он ни разу не дрочил за весь день, прет. Санчес, кто второй игрок? Ты попросил рассказать какие-то истории, вот. Два. Серый. Ну, хороший у тебя посыл был на стол, рассказать какие-то классные истории, мы что, собрались историю рассказывать? Короче, подозревал первого игрока, кто отвлекся он. Лучше что расскажи что-нибудь, типа. Чакр, расскажи историю какую-нибудь, пиздатую только. Чем мне рассказать? Прихожу, учу вот этих вот балбесов, они мне в девятки выводят, потому что это я, потому что я их учу, они все меня подозревают. Чем мне с ними играть? Я скрываю шрифом, нет, ты не шриф, любой, мне кажется, собака с улицы скроется шрифом, они ей верят больше, чем когда я шриф. Я умер на шрифе, на шестом боксе, в первую ночь, мав скрывается шрифом на третью ночь, на третий день, говорит... Я точно шрифт, они такие, да, все, 7 шрифт. То шестой игрок, непонятно. Хотя я даже не знаю, что с противника дается минус балл, если я не отхватил шрифт. Вот. Короче, 1-2 не играю, надо переслушать.
Вот, все рассказал. Они до сих пор обсуждают. Вы мне вот что скажите. Как вы вот вообще играете, если там на пятом слоте сидит человек, соблазняет просто всех? Бля, он мне ночью такие кадры показывал. Я на третьем месте. Лобатова, мне кажется, Лобатый просто сидит и только на Рима смотрит. Типа, он так, типа... Просто сидит, любуется, я хрен его знает. Короче, смотрите, что, я подумала, давайте нет. Бля, Рим, я твой фанат, а речи будем обсуждать. Я подумала, двойки никакой нет, второй вообще ничего по первому не поговорил, в принципе. Первого цвет я не особо поняла, он сидит, улыбается такой. Да что там сужаешь, у тебя мало времени, историю расскажи быстрее. Да какую историю, господи, у меня выпало пиво, мне голова болит. Третий не взял 1-2, я подумала, двойки нет, братья, третий черный с кем-то между 1-2. Я поняла, Санчес. Чакра, ты играл на инетке? Там был чел такой, Соломон Сэм. Вот его не хватает для контента. Это как 10 римов собрать в одно, орущих, и после завершения своей речи прыгающих в бассейн, чтобы не слушать остальных игроков. Просто вот такой контент был. Человек просто разговаривает, разворачивается и прыгает в бассейн. Ну, насрать, что дальше. Ну, вот истории прикольные, что-то в стиле, если проснулся, поел, посрал. Типа, клёво, ребята, классная жизнь. Между 1, 2, 3, 4, если есть мап, то только один, это среди игроков 3-2, где третий почернее. Естественно. Так, ладно, Свят, я не хочу играть в версию, в которой ты своим фолом признался мафом, когда сказал, Рим мне такие картинки ночью показывал, когда мафы видят вебки других людей. Я не хочу в это играть, но это было ужасно. Мы с ним ночью в свояк играли. А, тогда ладно. Вот этот красный, прости, пожалуйста, зря быканул. Вот. Ну, если расставлять топ историй, то история игрока номер 3 самая лучшая, потом идет история игрока номер 1, игрока номер 2, игрока номер 4. Игрок номер 5 ни одной истории не рассказал, я подержу все-таки этот флешмоб, потому что тогда игроку номер 7 нужно будет слишком много историй в голове держать, а как мы помним, много историй в голове держать это достаточно сложно. Я скажу еще пару раз слово история, могу даже как-то вплести туда историю браузера. Играю я в отличной команде пушка-вышка 1-4-5, я думаю, в 2-3 может быть один маф, я думаю, 5 достаточно красный, хотя продлевки сделать каких-то выводов невозможно, потому что здесь было просто абсолютно нулевые речи от всех абсолютно игроков, кроме игрока номер 3, который рассказал пиздатую историю, но при этом национал мне его не понравился. Все. Да, цирк на первых трех боксах. Плюс Елисей, который все это подбадривает. Больше клоунадства, больше клоунадства. Не знаю. Мне понравились игроки 4-5 более-менее. То есть они хотя бы что, какую-то аналитику по 1-2-3 внесли, хоть какую-то написали, разрисовали двойки. Блядь, игрок рассказал историю, я у Елисея подозрительный. Охренеть, балдеж просто. Вот. Седьмой игрок, вас не видно. Вам надо F5 нажать. Есть подозрение, что седьмой вообще выпал. На Дискорда упал. Подождем чуть-чуть. О, все вернулись. Продолжаем. Продолжаем, Рим? Вот история. Значит, живу в Москве, должен быть интернет отличный, вылетает каждый час.
Вот, смотрите, поиграю 1, 4, 5 и аккуратно 6, вот этот хаос, который он вносил в начале игры, ну, с поправкой на одного мафа, где самый подозрительный 6, 4, 5, 1, не так сильно подозреваю, но 1 ничего написано. Почему игроки 6-7 берут игрока номер 1, которого посчитал не таким сильно красным, за счет того, что его история была... Да ты наигранный эмоционал, Санчес, я помню, как ты на шестом боксе скрывался потом комиссаром, короче. Я пока сильно против тебя не буду играть, за счет того, что игроки 6-7 говорят то, что они играют с тобой, где я посчитал игрока 4-5 больше красные, но позицию 5, то, что 3 для него почернее, не так сильно в это верю, то, что, мне кажется, 3 покраснее будет, где я 2, мне кажется, продолжу, типа, послы единички, типа, ну, типа, расскажите, один сказал, расскажите, пожалуйста, историю. Ну, цвет рассказал, типа, вроде норм, нормально, типа, ровно рассказал. Где один мне не понравился, была какая-то несвязанная речь, скомканная, типа он пытался как-то, ну типа, ой, ну типа вот так, ну типа растягивал минуту, мне это не понравилось, пока что Санчес, я сильно так не подозреваю, как игроков 6-7, которые заиграли с тобой, что-то того, что 2-3-4-5 не сыграли с тобой вообще ни разу. Где 4-5 единственное высказывают свою позицию, где 6-7 пытаются какие-то там истории рассказывать, мне не понравился 6 или 7, который, мне вообще больше всех 6 не понравилось, потому что он говорит, что один я сыграю, зачем играть с один, если он, ну, для тебя серый, мне кажется, должен быть. 4-5 позиция. Вот вы поколоничили почти 7 слотов, вы понабирали по 2 фола, 3 игрока. И как в этом мне разбираться с позицией моей карты, я не знаю. Я думаю, мы 1-7 пилим на подъем, на взлет. Седьмой очень нервничал во время речи. И сегодня играл с ним, когда он был мафом, речь была такая же. Он всегда так говорит. А, да? Но если он только один раз сыграл, ну тогда может не на подъем, но пусть поговорит тогда еще раз. 2-6 красные цвета мои, которые я нашел. Думаю, 5 не черный. Думаю, 4 черные. Не понимаю, что взяли 4. Подозреваю 8-4-3-1 пока. Вот. Думаю, проверка 8 будет хорошая. Спасибо, Нелин. Очень интересно твое мнение. Можно в следующий раз какую-то норму историю рассказать, чтобы я тебе красный нашел? Короче, 2-5-6 игра, я думаю, 4-8-3-1, много черных. На самом деле, начало речи мне 9-го игрока очень понравилось. До того, как он выставил 8-го игрока, ой, 7-го игрока, до того, как он выставил 7-го игрока, да? Потому что 8-й жестко въехал в 1, 8-й не понял, почему 6-5 заиграли с 1, типа, жестко въезда в 1, я так и не понял, за что. Для 5-й 2-3 для него 1, да, если есть 1 мафа, то 3 почернее. Третий показ 10-й черный, с кем пилишься? 6-м? Хорошо, выставляешь 6-го, перед половинками, там все дела. Че, хрень, не поздно, что ты мне въехал, если тебе 5-6 назвали более черным, а не я. Я про тебя вообще пока ничего не сказал, ну окей. По маякам там каким-то окей. Я пока поиграю 1-2, 1-2-9. Вот так вот, я не знаю, потому что остальные речи 9-й раз сказал, что речи не понял. Почему 9? Ну, потому что он мои мысли сказал, что он не понял предыдущие речи, все поклонники, я вообще ни хера не разобрался. Где 8-й играет жестко против 1. Мои мысли, мои скакуны, 10-й игрок. Елисей, смотри, я тебя не подозреваю, просто хочу, почему с тобой попилиться, хочу твою позицию услышать по игрокам 7, 8, 9, 10. Смотри, отдельно посчитал тебя больше красным игрокам, и игрока номер 4 я пока не подозреваю, подозреваю игрока номер 3, почему-то с третьего слота жестко въезжает мне, правильно понял? Чакра, что ты в меня жестко ехал и сказал, что я черный. Нет? Просто про историю ты что-то сказал, я немножко отвлекся. Да, нет, ну скажи, пожалуйста. Нет? Я у тебя серый. Черный? Ну, а что тебе сказать? Игрок номер 7 самый, типа, неподозрительный из 8, 9, 9, 10. Игрок номер 8 меня атакует. Правильно я услышал? Правильно. Игрок номер 9 имел такую неоднозначную реакцию на показывание 9 черный, которую я от Андрея не видел никогда. Вот, возможно, у него что-то с настроением, возможно, что-то еще, но мне вообще это нихера не понравилось, поэтому я думаю, что 9... Ты со мной просто не поздоровался. Здорово, Андрюха! Здорово, 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 Андрюха!
Тайком? Круто, Свят. А я ролик, кстати, на ночь не закрываю, если чё. Поэтому уходи нахуй со стрима. Уходи со стрима. Я роль не прячу, если чё. Свят, не смотри. Свят, сука. Нахуй ты смотришь? Гостер вонючий. Я тебя сдам в ГОСТ полицию. Кто хочет выступить в ГОСТ полиции? Два снять всеми руками. Я, кстати, согласен, что два снять всеми руками. Чего он в чате мне не пишет, а? Я комиссар, 9 проверенный черный. Восемь, девять, десять, двойка, да, я тоже так думаю, Рим. Да ладно, да ладно, Андрюха, ты красный, бетон, все. Я не комиссар. Ну вдруг бы сейчас поскрывались, знаешь, что-нибудь там информация была. Двух шерифскую бы сыграли. Ты красный игрок номер 10? Ты красный якорь. Ну за такое признание можно и покраснять человек. Получается, в правой части стола много мафов, игрок номер 10? Или 7-8 вместе? Ну 8 меня атаковал, вряд ли он оставил свой атаковал по... Ну, совсем тупым причинам. Разберетесь. 5 черных к 100. Ну так. Ой. Лобатый, кого гасим? Четвертую, правильно. Пятую? Да, похуй, вы стоите пятую, я в пятую. Вот, я комиссар, у меня здесь и проверенный красный. Вот, я думаю, девятый красный. Четвертая прокатывала 4. Я комиссар, десятый красный. Не, восьмой, кстати, не красный. Седьмой не красный. Так, седьмой не красный, восьмой не красный. Я сказал, красный 9 у меня, красный 10. Я подумал, наверное, черная 4. Правильно? Я даже ее проверять не хотел. Подумал, она еще вскроется против меня. Ну ладно, не вскрывается. Попилим 7-8 еще кого-то. 4 паров выставил. Вот, я покажу, кого будем пилить, вы понавыставляете всех, кроме меня и десятого. Я посчитал все твои сети, но не нашел информацию. Это именно та игра, где, наверное, Святик первый раз проснулся на шрифе, меня не проверили, сказал, что я черный. Короче, и реально, у тебя десятый проверенный красный, ты типа не откатываешь. Просто он говорит, мне понравился игрок номер 9 до того момента, как он выставил седьмого игрока. Девятый игрок в начале речи выставил седьмого игрока, прямо в начале, до какого момента, когда у него первая секунда была. Ну и понятно, проверка 10. Ребят, мультиварки разбирайтесь. Ладно. Лоба, ты мог такое сделать? Короче, то у нас получается, я думаю, девятый пока красный по десятому, тогда неважно. Восьмой типа зрителя атаковал шестого. Смотрите, девятый. Седьмой всегда так говорит, а он типа не надо не обращать внимания. Я думаю, смотри, если от моей красной карты после меня выкинул четвертый игрок, я как подумал, а дальше мафы присосали, что меня повыкидывали. А теперь может быть наоборот. Типа меня маф выкинул, а дальше присосались. Потом повыставляем с кашским пилиться, я его попилился где-то, наверное, 4-8, где-то так. Спасибо. Just like that. Дед, ты ебанулся? Я сыграла 1, 2, 3, 4. Я сказала, двойки нет. Сыграла 1, 2, 3, 4. Какой нахуй выкинула? Чё это за логика? Девятый красный по десятому. Когда десятый сказал, типа, ты понравился мне до какого-то момента. Чакра, чё это за логика? Чё за логика? У меня температура, отъебитесь, пожалуйста. У меня от своей речи температура сейчас поднимется. Просто, я не знаю, это 40 градусов, у меня кровь начнет сворачиваться. Я тут прям сейчас, тут уже все, меня не будет на этом свете. Я не знаю, кто такой Рим. Он сидит, что-то показывает. 7, 8, 4. Я думаю, опять махло достал. Сидит такой довольный. 7-8, есть какой-то маф, 5 подозрительный. Если все открышу от 9, то я пока отстану. Хотя он мне не очень понравился. Бля, дайте вот сюда сядем.
Блин, ты же можешь до Вики добраться физически? Просто хотел передать ей кое-что. Я просто по четвертому слову не сказал, ни на жестикуляции, ни как-то иначе. Она говорит, я 478 рисую. Я сказал, четвертая красная, она говорит, я 478 рисовал. Я говорю, 1, 2, 3, 4, если есть мапа, только один, это третий игрок. Она третьему натыкала, говорит, третий нехороший, негодяй, а когда рисую 478, я сейчас 478 нарисую. Это без кальяна, это боксинг. Что с ебалом, Андрей? Что это? Мой номер знаешь, если чё, ещё поможем, пизда... Бля, если я там дома, сам пиздец. Разбирайся. Чёрт, блядь, знаете, что хочу, блядь? Не совсем понял сейчас это выставление от игрока номер 5. Смотрите, я хочу пообщаться с восьмым игроком. Ты говоришь, я выкинул, ну, точнее, я взял первого, хотя ты в первом человек раз не нашел. Смотри, игроки 4, 5, 6 сказали, что первый ближе к красному. Если там есть маф, ну, смысл им подтягивать именно его. Ну, то есть, мне кажется, если даже между 4, 5, 6 есть маф, то первый от этого все равно будет ближе к красному. Поэтому, ну, смотри, среди, ну, пятый говорит... Пятый Никто говорит. Не сказал, что первый больше красный или красный. Ты что придумал? Пять сказал, что если из мафов есть кто-то маф, то есть игроки 2-3. Более подозрительный, чем один. Шестой сказал, играет 1-4-5. Следовательно, один ближе красный. По крайней мере, цветам игроков, которые говорили для меня. 4-5. Мне кажется, Лемор только что признался. Типа, я пилюсь точно 7-8, Свят выбирает, кого следующего пилить, мне вообще пофиг на самом деле. Я считаю, то, что седьмой в этой игре безапелляционный маф, он обращается ко мне, человек, который его подозревает. Типа, я вообще это не понимаю на самом деле. Где третий сейчас оставляет меня, на я не понимаю, на самом деле, какой аргумент. Типа, я сыграл 4-5, протаковал 6-7, 6 у нас отстрел, я буду так атаковать 6, с учетом того, что это мой отстрел. Тогда 9-10 игроки мне давали динамику по логике, да? Но 2 говорит то, что 10-9 для него 2 красных игрока, с учетом того, что проверка 10 у него красная. Я в этой игре должен быть красным, потому что я не взял ни 1, ни 2, ни 3. Я сказал то, что я не буду пока что играть против игрока номер 1. Я сказал то, что для меня 3 тоже, 2-3 мне подозрительно. Где 4-5 вроде высказали какие-то свои позиции. Первые, которые сказали 6-7, взяли единичку, которая не посчитала сильно красной. Я считаю бетон 7 игрока в этой игре черным. Типа, ну, единственное, что вопрос Адриану, типа, если он вот так вот на скилле поднял 1-6, то получается один тоже... Вопросы к Адриану. Бетон черный 7. Прекрасно. 7-8. Прекрасный попил. Шериф хочет от третьего засунуть. Я бы засунул четвертого, на самом деле. Четвертый уверенно 7-8, один маф. Четвертая говорит пол речи. Ой, ой, что-то там про чакру обсуждают какую-то там абсолютно ненужную тему, не раздает цвета. И я тогда отвечу... Риму. Рим, это, короче, ну, у меня прыщи, это крем. Кремом мажусь, ну, да, чтобы нежная кожица была. А, значит, что думаю? Думаю, 7-8 точно один маф. Про то, как говорят даже об этом игроки. Работа, думаю, связь. Чернее 7 на самом деле. Думаю, 3-4 один маф. И последний между 1-5. Вот. Как-то так. Причем, думаю, Рим красный на самом деле. Больше красный. Не, поэтому я бы хотел проверку 1. Короче, проверку 1-5 сделай. Это ничего. Все, давай. Короче, цвет игрока номер один я пока не понял. Для меня 7-8 тоже уверенно один маф. 3-5, один маф. И 4 не красные, плюс 4. Пошла продажа. Спасибо. И 4 половинки просто обратилась ко мне на свою речь. Хотя могла покупаться в 1-3, сейчас обращаться ко мне. Типа обращаться ко мне, я там думаю о Риме, я там смотрю на Риму, типа... Тебя комиссар зовет, окстись, господи, о чем ты разговариваешь? Хорошо, что? Что, Свят? Меня 3, 7, 8 попил. Так, нормально? 3. Сейчас еще погромче сделаю. Вот так. 7, 8 так, заебись. Попил. А вот так заебись! Сколько голосует? Извините. 3, 7, 8. Так, нормально? Блядь, что это значит? Один попит, да, второй голосовался. Один попит, но 3, 7, 8 не устраивает.
Все, а потом будет игрок номер 10. Смотрите, 3, 7, 8 голосуют в 3 свят, дальше 1, 2, 4. 1, 2, 4 голосуют в 7. Так, да, сейчас наведусь, 1, 2, 4, 7. Ну, так, и по осадку 9, 10. Че, еще раз, давай. Ну, не должно быть этих. Сначала поехали. 1, 2, 4 голосуют в 7. 3, 7, 8 голосуют в 3. 5, 9, 10 вот голосуют. Муншайн, я не разведусь на эту хуйню. 5, 9, 10, ну все. Навелись, поехали. Я тоже подозреваю игроков номер 7, 8, но у меня, смотрите, блин, Чакра, я в тебе не уверен. Игрока номер 10 следом. Вот он всегда на попиле, когда он черный, он всегда боится. Игрока номер 10 следом! Короче, опасается пилить, потому что он черный, вот и все. Бля, Санчуха. Я посчитал сейчас игрока номер один черным, потому что он говорит, что уходит 10, а проверка 2 была в 10 красной. Ты признался, Санчо? Я забыл. Я переживал. А, ну ты забыл проверку нашего комиссара. Чё за бред? Ну, типа 10 говорит, что 7-8 один маф, один говорит то, что 7-8 один маф, не расставляет никаких акцентов, 10 говорит то, что для него 7 больше маф, типа один не расставляет никаких акцентов, 1-7. Смотри, Свадик, ты понимаешь, ты в любом случае не понимаешь двойку, ты понимаешь одного маф. Это самое Юра, ну точнее Дискорд Юрий. Первый очень черный говорит, я не уверен в третьем игроке. Я голосую так же, но я говорю, чтобы ты считал игру, ты поднимаешь одного мафа, не поднимаешь не двойку, одного мафа ты поднимаешь. Это нормально, ты уберешь зазор на проверке, это нормально. Думаю, первое снимешь без проверки, проверишь между 4 и 5, все. Ну да, скорее всего, один маф. На самом деле, я не знаю, кто из 8-3, просто мне 3 на своей речи тоже не понравился, потому что игроком не красным. После свят... Ну, после речи свят, ты подписался к его речи, за подъем 4-8, следом на тебе эту страйк, сказал 4-8, и кто угодно там встает. Мне показалось, ну, это не красный. Не сказал никаких новых мыслей, зачем ты выставил четвертого игрока и так далее. Ну, точнее, ну, сказал, что четвертый не красный. Да, это мне показалось странно. Мне кажется, четвертый красный. Я встаю и ломаю. Слома седьмого игрока. Пиздец, с чатом, а не играть в телефон, а то донатов не будет. Так я пижу, а вы ничего не пишете, блядь. Милоса врубай. Так, ну вы понимаете, да, что типа 7 у нас черный точно, мне кажется, один черный. Вот, мог ли бы 7 засейвить 3 таким образом, не знаю, мне слишком чакра слишком нравится, как он рассуждает, типа он говорит, типа проверки минус будут, вот. Ой. Смотрите, по нулевке вспоминаем 5 сказал, то что 3 для него почернее, если проверка 5 будет красная, то скорее 3 будет почернее, мне кажется так. Типа, нужно присматриваться к 4, мне кажется, 1 можно на следующий круг, 7 безопасно выводим, потом 1, короче, слушай, мне кажется, 1 это маф, 1, 7, двоек, я сказал это на попиле еще, где, мне кажется, если у нас 5 проверяется в черном, то 3 от этого просто краснющий, типа, и может быть настройка 1, 5, 7, типа, как вариант. Если 1 у нас не черный, то там уже между 4, 9. Привет. Ну так вот он безопасно танцует и ничего не светится. Хотите мемес скажу? Запрещены показы ягодиц и ног, поэтому и мы сейчас это вырубаем. Я даже думаю, я запись удалю. А оказывается, запрещено показ ягодиц, бедер голых,
Что-то еще. А соски разрешены? Соски нельзя женщинам и мужчинам, которые в женском образе стримят. То есть Александре Кам, например, нельзя будет соски показывать на трансляции. Такая вот история, ребят. Так, как мне теперь это все вернуть? Оба! Ха-ха-ха-ха! Оба! Ха-ха! Что, шериф? Я не шериф, я просто подумал, 10-й красный запилил. Ой, ты шериф? Какие проверки? Ты не шериф, а кто шериф? Не, я ж типа я не рофлю. Ты шериф? Нет, ты проверенный черный. Ну, я шериф, типа, 5-й проверенный черный. Вот, черный сломал. Ой, Свет! Сюда, Рим. На, нахуй. У меня, кстати, Вика была черная. Я ее типа не видел. Мне там написали, что Вика обращается ко мне, у меня Вика черным экраном сидит. Вот, сняли 5, сняли 7. Все, 9-10 оставляю красными. 9-10 оставляю красными. Не, Лобат, смотри, сначала снимаешь 5-го, потому что он проверенный черный. Потом снимешь 7-го. Я комиссар Лобатый. 5-й черный, 7-й черный. Я просто херово верю, чтоб ты пошел меня проверять. 10-й красный! Бля, Свет, я просто, блядь, 2 минуты примерно, пока вот это купил, и пока вот все эти речи были, я просто сижу и, блядь, Свет, тыкаю, блядь, просто вот так вот. Он Свет, меня как просто дела? Вообще не видит. Ладно, бог. Ой, блядь. Нет, а 7-то уходит, но вот я показывала 5-9 вместе черный. Непонятно только, бля, зачем почему снимаю, Андрюхи, типа, пена для бритья на... С проверки типа, тренера разберешься. Да, ок, выставил 7, хорошо, просто я не вижу никакого резона самострелиться после того, как твой черный сломал попил, его обязательно введут в этой игре. Резона второму самострелиться никакого нет, если он черный. 1-7 черные, как у тебя 1-7 вместе черные, проверка 10 красный. Ой, пупси, ой. Что-то так Андрюха плохо. Увеличит, десятый. Вот зачем проверять 10-го? Вопрос челик. Вон, думаю, 4 не красная. Я думаю, 3, 5, есть мат. У меня пена на броде. Да ладно, вы идите 5-го, баланс с комиссаром. Я пока что посижу. Там, прозаю какие-нибудь цвета, найду красных игроков, все дела. Вот. Будет отлично, я считаю. Ну, в общем, да. Ну, давайте я сижу пока что, еще круг. Вы определитесь, ты тоже с комиссаром, все такое, будет отлично. Да не, ну, я просто считал, что 3, 7, 8, возможно, все же красные игроки, поэтому надо все же посидеть немножко. Вдруг попил магистрейт, тем более озвучил второй, как, может быть, комиссар, может, нет. Пилил первый, может быть, черный, может, нет. Странно. Ну, во-первых, пилил второй, первый просто цвета озвучил, и то озвучил их очень странно, назвал 10-го почернее. Короче, ладно, не видно, я славный, я думаю, ты в здравом уме красно не сказал бы 5-9 двойка черных. Вот, нет, шериф завещал мне красный. Мне похуй на речь. Что вы могли заметить? Короче, сняли 7, потом 5-й дает еще свою проверку. Сняли 5, правильно? Ну, там баланс, не баланс. А ты даёт свою проверку! Что мне показывает? 3, 9, 5? Блядь! И он его красным проверенным дал! Ладно, смотрите, мне сейчас, пожалуйста, я же всё-таки красная двухсторонняя проверка. Поэтому сейчас отстрелите меня. Ну, я думаю... Что я думаю? Я думаю, 3-9, 1 мах, 5-7, двойка, получается. Ну да, 5-7, двойка, 3-9, 1 мах. Свят, блядь, Свят! Свят! Ты помнишь, такие речи... Говоришь, что, ну, ты мне не оставляешь шанс тебя подозревать, все, ну... Я забыл, ребят, я правда забыл, что проверка 10 была от комиссара. Все. Свят, ты текст не я не могу быть 7 в команде, да, я могу с 5-м игроком быть в команде, потому что по нулю я сказал, что 5-й больше красный, а 3 больше. Бля, я уверен, да, что я могу. Я могу быть 5-м, но 7-м нет, на 7-м. На речи 7-го игрока показывают 7 черный. Все, 7 встает в попил.
спрашивают эти, кто пилится, 7 пилится, все, 7 пилится, спасибо большое, 7 уходит, все. Дальше будем думать, 7 уходит, потом 5 уходит, дальше по отстрелам еще подумаем. Кто куда? Нет, Рим, я красный, летать, ты ошибаешься. Я с тобой даже не буду разговаривать, ты мат. Там, где звезды до рассвета, говорят телами о любви. Там его, конечно, встречу, разрыв уси не замечу. Руки не мои. Так, слушаем Максим. Максим. Только не Галкин. Блин, не дали мне посидеть, разбираться. Ладно. Я думаю, против 10-го игры нет. Он, я думаю, отстрелится. Ну или мафры сами решат, или маф решит, кого стрелять. Будет все хорошо. Максим. Да. Это, если я не ошибаюсь, гимн ЦСКА с какого-то хуя. Или Спартака. Не, вроде ЦСКА. Там вроде как футболист ЦСКА, с ней, типа, какие-то отношения имел. Спартака? Значит, Спартака. Я так привыкла жить одним тобой, одним тобой. Встречать рассвет и слышать, как проснешься не со мной. Ну, не гимн, понятно, но типа поют на стадионах громче. Мне стало так легко дышать в открытое окно. И повторять ей лишь одно. Один черный. Ну, просто, знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног, сердце его теперь в твоих руках, не потеряй его и не сломай, чтоб не нести. Вдоль ночных дорог пепел любви в руках сбив, ноги в кровь, пульс его теперь в твоих глазах, не потеряй его. И не сломай. И в январе пусть бьется серый дождь к нему в окно. Пусть обнимает не меня, но помнит все равно. И пусть случайно мое имя вслух произнесет. И пусть молчит. Ладно, с тобой все понятно, Сань, что там разговаривать не надо. Просто понимаете, в чем проблема? У меня проверка 7 черный, я его выставляю под первые руки. У меня попил полностью устаивает. 3-7-8, 7 черный встает попил. Правильно? Правильно. Второй этот стол пилит так, что 7 может спокойно ломать. Он пилит третьего, чтобы третий голосовал в себя, а не так, чтобы 7 голосовал в себя. Правильно попили, именно 7 под первые руки, который был выставлен, должен был голосовать в себя, а не третий игрок должен был голосовать в себя. 3-7-8 голосовали, по идее, третьего игрока по началу, а потом 3-7 закинули руки в 8. Если команда 3-5-7, я по нулю никогда не скажу 1-2-3-4. Вы слышите, что Рима играет? Третий самый черный из 1-2-3-4, если есть какой-то черный. Правильно? Правильно. И я не буду проверять. Блядь, ладно, другая песня хотя бы. Нет, волна у него уже кончилась, блядь.
Ну, типа, второй говорит, шериф, он шерифа не нашел, я скрываю шерифа, он говорит, нет, я верю, ты черный. Второй самострел, ему седьмой черный, первый, последний черный. Да, доиграл на речь, но было закончилось, есть хотя бы, блядь. Что Тедди шериф. Нет, не со мной, что Тедди шериф. Это не она, это другая. Что Тедди шериф, ты понимаешь? Просто или... не разговаривай со мной, прошу, Андрей Жан. Не... Я тебя понял. Ладно, смотрите. Я что думаю, осталось решить, пятый замазывает первого своего черного, либо отводит взгляд от третьего. Вот это самое главное. Объясничная версия, я понял. Нет, Рим, ты не шериф. Шериф только Тедди. Шериф только Тедди. Вот, с проверкой твоей черной. Я ж просто говорю, я просто знаю твою манеру игры. Непонятно, бахаешь ли ты своего черного сейчас, свою черную проверку, либо третий сидит, который засейвлен тем, что седьмой сломал попил. Вот это непонятно. Мне просто показалось, седьмой вроде бы кричал, что он сломает попил, дал знак тем самым, чтобы третий не ломал. Мне вот что показалось. Бля, чат, кого следующим слушаю? Связь сегодня время стекло слушал. Смотри, смысл, Андрей Джан, я вот с тобой время согласен, что попили, скорее всего, была двойка Мару. Ну, потому что Мурвин откровенно ломал попил и сказал, что он будет ломать попил. Полностью с тобой согласен. Сейчас уходит игрок номер 5. Там, пожалуйста, стрелите игрока номер 1. Я не хочу разбираться. 3-4. 4-9 вообще закусились. На след вам... игру надо чакры, на 100 флайвер ваться, так там мест, наверное, нет. Ой, один отстрели, пожалуйста. Чакра, просто меня отстрели. Пускай 4-9 закусились, и пускай они там разбираются, кто из них маг. Может быть, ты маг. Я сейчас еще посижу, подумаю, кого буду руки на попили ставить. Ну, игрок номер 9 ставил за подъем игрока 1-7. Я не думаю, что он поставил руки за подъем своего мага. Поэтому я думаю, что в девятке здесь атаки не будет. Вот, нужно будет дальше разбираться. Да нет, тут посидим. Да тут, пока, блядь, не будешь сказать ничего. Я знаю, что я сейчас поставлю. Ну, чакра, стрели меня, чакра, стрели меня. Где мысли стол? Сейчас я поговорю. Пятый достоверно черный игрок. Вик, ты реально смотришь, что пятый шериф, где команда 1-2-7, где они оставляют Санчеса выигрывать угадайку. Санчеса, вот они такие божественные игроки. Давай стрельнем, Санчес выиграет угадайку. Три черный? Ты дискредитируешь всех красных игроков на плеймафии. Тебе объяснить, почему я красный? Я попадился 3-7-8. Я сказал, я спокойно стою. Но игроки 3-7-8 голосуют только в третьего игрока, чтобы меня не сломал мав. Да, Муншайн, я его хочу включить, я сейчас расскажу. Я говорю второму игроку. Смотри, ты понимаешь, как только одного мафа. А сейчас что по-твоему идет? Куль ты уебываешься, блин. Девятого мысли в стол нет, он говорит, я у шерифа проверен красный, два точно шериф. Первый никак не отреагировал, что он проверен черный, не показал пятый черный. Потенциально команда 1-5-7, понимаешь? Либо девятый просто, типа, ну, я девятую руку не поставлю, потому что десятый и второй сказали, гений. Свят, свят, дымофло. Ну, я тебе объясню, почему я красный, понимаешь? Свят, дымофло. Не получилось, да, не срослось. Ну, бывает, Тедди, как бы, самострел, да. Твою версию, кстати, точно рассмотрели. Вот только проблема, что у тебя первый черный, будет второй не черный. Твоя версия, он точно черный. Поэтому снимите точно первого игрока. Нет никакой другой версии в этой игре. Первый точно черный по второму игроку. Объясняю, почему. Если хорошо, я там дон, я такой нехороший, плохой черный игрок. Насрать, да, второй точно комиссар. Второй точно комиссар, а десятый правильный красный, речь первого игрока, а десятый уйдет. На тот он еще не был комиссаром, десятый игрок. Я комиссар проверил ему последнюю ночь, десятый красный по последней ночи. А первый еще на тот круг сказал своему дону, десятый уйдет. Свет, вот ты не шериф, десятый мав. Первый черный. Только первый пилот, как говорил второй игрок. Именно второй игрок. Второй минус уши откуда? Попил. За что минус попил уши? Попил под слом. Третий красный, восьмой красный, девятый красный, четвертый красный. Первый черный, второй самострелом ушел, седьмой признался мав. От музыки? А я не слышал, что у него там играло. Короче, ребят, сейчас типа игра закончится, поставим песню. Значит, смотрите, в Лоле есть типа такая группа, когда
Я думаю, типа, даже если типа вы за Лолом не следите, скорее всего, в виде ролик вы видели, типа, скорее всего, чемпионат мира открытия. Вот, типа, как они пели и прочая история. Там у них, типа, есть трек Pop Stars. Вот, условно. В этом году у них выходит. Да, там бумбокс был. Так бумбокс вроде претензий особо немного должно быть. Вот. В этом году у них, типа, новый участник группы. Девушка, которую зовут Серафина, которая станет новым, типа, чемпионом в Лиге Легенд. И, типа, ее делают как такого реального, реальная, типа, музыкант, которая выпускает какие-то свои треки. Ну, смотри, Нелин. И у нее недавно вышел новый трек. В последний раз, как ты думаешь, почему отстрелили тебя, а не меня? Потому что ты голосовала бы третьего. Я бы голосовал первого. Просто у Рима есть такая... Во-первых, смотри, почему мы голосуем первого? Во-первых, потому что Рим, у Рима такая игра, он всегда продает своих черных. Во-вторых, я не думаю, что третий черный по его речи. То, что пронес первый на прошлой речи, мне не понравилось. Короче, я тебе завещаю поставить в первую руку. Вот. Ты решай сама, конечно же. Я думаю, 1-5-7 команда. Походу, мой попил 1-7 мог быть вообще прекрасным по нулю, где было 2 мафа. Вот. Я думаю, чакра красный. Короче, то, как чакра сейчас отреагировал, прообращался, там, что там лучшие игроки, там, меня заверили. Ну, хотя первый пронес. У него последний маф 4-9. Это речь первого. Последний маф у него 4-9. Прошлая его речь. Ну, такая вот была. Во-первых, это 10-й говорил, что у него последний маф между 4-9. А потом перебывается, говорит, что 1-9. Был бы я бы черным, я бы отстрелил точно чакру, когда у нас своя речь, говорит, что я буду голосовать в 1. Я бы его нафиг бы снес бы. Потому что я здесь красный. Я не знаю, кого голосовать между 3-4. Давайте думаю, будем думать с нуля. Смотрите, я показываю на речь игрока номер 7, что 7 точно черный. Говорю, Тедди, засунь попил, пожалуйста, игрока номер 7, своего мафа, да? Да, я заиграл по нулю с игроком номер 5, но я же не знаю цветов, я не могу играть со всеми красными играть. Да, это мой единственный очерняющий мой мув. Все, да, я перепутал 10-го, что 10-й ход, но просто 10-й волнуется, вы же сами понимаете, что проверка 10 красная, ну, блин, ничего в стол не, при... ну, не вносит. Я поэтому хотел выбирать игрока номер 10, потому что он волновался, и он всегда волнуется на черной карте. Я не могу быть 7-м игроком вообще никак вместе. 5-й специально меня замазал. Игрок номер 3 с нуля строит меня в атаку. Я еще подумаю, 3-4 голосовать, я не знаю. Игрок номер 3 с нуля меня... 5-й специально меня замазал. Интересно. Саня, ты рассмотришь версию, что 4 черные в этой игре? Ну вот реально, сейчас приду тебе классные аргументы, что 4 черные в этой игре. Ты подумаешь? Ну я говорю, я сейчас приду тебе классные аргументы, что 4 черные точно. Я скажу, что я красный, ты скажу, что 4 черные. Ты проголосуешь 4-го игрока, Санчес? Я просто не приду таких аргументов. 4-го игрока. Короче, Вика, ты в кого голосуешь? Мне объясни, почему я красный. У меня тут громкость на твоих пальчиках, я ни хера не вижу, короче, ладно. Первый не увидел, смотри, давай так, если я маф, я хорошо сыграл эту игру, я проголосую в первого игрока, потому что первый не знал, что 10-й поверенный красный, сказал 4-9 или маф, он сказал, что действительно красный игрок. Если черная ты, ты уже выиграл эту игру, потому что ставлю в первого игрока, все понятно? Мысли в стол я не даю, как она заслалась мне, Елисей, больше никогда не буду рассказывать истории, никогда не буду рассказывать истории. Чакра! Чакра, да, он оговорился. Да, он проебался. Если он черный. Скорее наломка, блядь, пиздец, ломка, нахуй. По-честному, мне есть завещание. Да, он сказал, что Рим его замазал. Да, я знаю, дайте, что Рим, блядь, скорее всего, играет, блядь. Типа, ну, он дает своего мафа черным просто. Чтобы, ну, он знает, короче, что пятый дон, мы знаем достоверно, что пятый дон. Да, снять 4. Достоверно, пятый дон, он дает своего черного черным. Сука, просто курить нечего, блядь, даже углей мало. Один черный, так очевидно же, лол. Она в три поставила руку? Ладно, погнали музыку слушать. Блять, можно я... Thank you.
Да, блядь, а можно где-то послушать? Так, ладно, блядь, музыка ВКонтакте. Ты меня никогда не подводил нахуй. Я думаю, в тебя уже загрузили. Это Серафина. Это реально, блядь, персонаж из Лола, блядь, поет «Я сошла с ума». А чё там для меня не говно? Что конкретно? Да, она охуенная девочка, которая звучит на работе. Прикольно. Держи, чё там, блять? Этот клип больше недоступен. Чё ты мне скинул? Жирнес, ты чё скинул, блять? Крутая припевка. Пропустил, кто мафы были? Много было. Би-2 заебись? Ну да, Би-2 послушаем, блять. Чё, сложно, что ли? Чё двух бисексуалов не послушать, как говорится? Правильно? Правильно. Так, чё послушаем из Би-2? У них много, блядь, хороших песен. У меня штук 7 в плейлисте, наверное. Проклятый компромисс, ни вверх, ни вниз. Чё дальше слушаем, чат? Играй сразу.
рекой, выбираешь за тобой. Ребят, я не знаю. Нет, не давай больше был слушать. Возьмем свой аккорд. Оставим за спиной возраст Христа. Обратной стороной лежит на струнах пыль, ржавеет под окном разбитый телевизор. Ты сгладил все углы, и жизнь твоя сплошной проклятый компромисс, ни вверх, ни вниз. Ребят, все, что вы написали, чушь, я не хочу это слушать, поэтому мы слушаем то, что беру я. Как вы, например, относитесь к группе Stereophonics, блядь? Или вот к группе к Аргату, например, как вы относитесь? Или вот к Хэттерс? Давайте Хэттерс послушаем. Минус уши. Аккуратно. Да со мной непросто, а кому сейчас легко? Да походу разберемся, кто кому чего, о-о. Все как всегда, меняется жизнь. День ото дня меняются люди. И, видимо, не зря, но вряд ли меняюсь я. Каждый прав, но это не я. У каждого, видимо, правда своя. А я то раз через раз, ни в брови, ни в глаз. Да со мной непросто, а кому сейчас легко? Да походу разберемся, кто кого чего. О-о, как об стену горох. Ребят, шо вы играете? Отдыхайте. Лобатый, я шериф. Уйди и скажи снять чат. Он показал проверку на себя в девятке. Он показал проверить его. Не, Кустурица на другую сделал. А потом скрылся шерифом, когда я его дал черным. Это именно мои игры в моем столе такие. Кустурица сделал на... Ну, то есть, Андрей, я просто на тебя сгорела. Лопата, я думал, ты реально рофлишь по поводу пятого комиссара. Все сразу. Я завел пятый комиссар. Да. По-моему, раза два или три. Не, я сказал, что от второго комиссара странная проверка в меня. Не странная, потому что, смотри, 2, 4, 6, 9 красные. Так пятый тебя тоже проверил, КВ. Вот, 2, 4, 6, 9 красные, 10 проверил красным, все, 1, 3, 5, 7, тройка. Все. Так, а, все тут, да? Угу. Запускаю туда. Вы готовы? Запускаю, я сейчас подойду. Да? А, вот запускаю.